я решил опять свернуть с проторенной дороги, потому что там какие-то соревнования, куча народа, и пойти на крик вороны. Слышали? Через железный мосток и дальше, как раньше первопроходцы. А хорошо, солнышко спину печет, так довольно-таки прохладненько уже. И я иду. Чирикают синички. Даже стучат дятлы. Бурундуков не видно. Да, путешествие. Путешествие в неизведанное. Предупреждает. Вон один тапок остался под столбом. Что-то тут было. Тишина. Выходим в камышовые заросли, где пасутся дикие кабаны. О, смотрите, орел. Надо же. Вот так вот, неожиданно. Что он там делал? Что он там делал? Вот он, железный мосток. Мы переходим через Рыгинский ручей. О! Могут быть черепахи. Ух ты! Какие крики! Какие крики! Да, живописная. Черепахи. Могут быть даже слоновые черепахи. Калиновый мосток. Осторожно.
Ой, ведь вес за 100 килограмм как бы не проломить. Он ведь и бугор, говорят, а он там дальше нефтебаза, что здесь располагалась турецкая крепость, возможно, на том бугру, а может быть, скорее всего, там, где нефтебаза, этот какой-то наносной бугор. Эта турецкая крепость контролировала как раз вот впадение глубокой реки, Рыгинского ручья и всех, кто плыл по Северскому Донцу. В случае чего открывали огонь, не церемонились. Надо было платить дань за проход по реке, и на ней как раз стояли крепости. Так как эта сторона была не русская, то стояли, естественно, какие-то турецкие крепости. Смотрите, сколько машин. Неожиданно. Как-то. Добро здоровится. Проезд какой. Широкий здесь Донец. Говорят, через неделю будут дожди.
есть звуки. Стоянка рыбаря. В таких местах рассчитываешь только на свои силы. Только на свои силы. О, следы цивилизации. Кстати, вот окопы. Ведь тут были бои с потерями Красной Армии. Вот даже, что тут нагорнули. Ведь все в траншеях. О, какой окопик был. Да. Но мы идем дальше. Возможно, даже блиндаж. О, какие. О, стоянка рыбаря. Yeah.
нагревается лесостепь. Запах хороший. Видите, круги. Недавно рыба плесканула. И видать тут глубина, что он еще тарзанка. На. Кто-то рыл. Показалось, во что-то мягкое наступил. Думал, может, от кабана или лося. Нет, просто такой песок. Такой песок. О, куда я зашел? Если идти час по прямой, то можно далеко зайти. Две дороги. Пойдем направо. Куда приведет? Собаки добро здоровятся. О! Мы вышли с вами на Тубу. Следующая преграда — Туба. Туба. Да, живописнейшее место. Туба. Кстати, я здесь раньше купался. Вода была теплая. Сбрасывали ее. Воду сбрасывали. Вот тех производств. Там ТЭЦ была. Она и сейчас есть. Только неизвестно, работает или нет. Угу. Работает или нет. И вода была теплая. О, все заросло, как в амазонских лесах под этой ряской могут скрываться анаконды. А, красотища. Так вот, вот прямо тут где-то купались. Так, ну это мне было. Было мне. Сейчас я скажу. Еще, по-моему, до школы. До школы. Это лет 6-7. Мосток. Еще один железный мосток. Видите, мосток. О, он покосился. Из-за того, что по нему проходили слоны. Не выдержали. А? Да? Чувствуете? Да. Вроде как ровное.
поступишь, и все засосет. Засосет с головой. Кстати, опять окоп. Линия обороны. Нарыли линию обороны тут хорошие. Ну. В этой линии обороны и остались. Это, возможно, воронка. Это окоп. Окопались. Это, видите, окоп. Это. Короче, знающий человек меня поправит. Окопы это или не окопы? Но то, что здесь было... Бойня. Сейчас мы увидим памятник. Ну, такой. Посвященный этому. Это водокачка наша. Она качает воду. О, город. Кач. Вода, конечно, дрянная. Просто дрянная. Народ, так это лет 20 назад, может больше, со скважин в степи начали качать чистую воду, а потом перестройка, переделка, или даже больше, 30-40, все эти насосы поснимали. Куда-то дели. И вот с речки качает. Вот этот завод. Как раз тут его то ли обороняли, то ли. Не буду рассказывать подробности, которые рассказывал мне отец, когда он там ходил во время войны. Так. После боев, что там он видел и находил, не будем травмировать сами себя. То есть вот это все тут было поле боя, которое немцы успешно разбомбили. Итак, мы с вами дошли, вот, как раз. А то можете подумать, что я тут что-то насочинял. Нет, тут были серьезные бои. Серьезные. Серьезнейшие, вон, даже остались. Командир. В январе вечная память. Это в январе при освобождении. А при обороне сколько погибло? Корпус погибших. Январь, да.
погибли как при освобождении, а еще больше при защите. Вот такие вот картинки. Ну, посмотрим на Донец. Это мы дошли до обрывов, где с глубины и обычно ловят сазана. Пацаки, чувствуется, что тут что-то такое ловится большое. Ну что, и назад. И назад. Спортсмен. Кстати, раньше вот это вот все заливалось, и там было озеро. Донец разливался и заливал. Там ловили рыбу. Рыбари. Там шурдится кабан, волк. О, ой, смотрите, пойдемте подальше, пока не увидали нас. Слышите, как бы наш след не взяли. Кстати, вот это может быть там блиндаж. А? Похоже. Похоже.
Типажи. Мост через Тубу. Вот эта вот речка, вытекающая от завода. Раньше она текла. Называется Туба. Туба-буба. Туба-буба. Цивилизованный европейцы. Красотища. Завод. В 30-е годы его построили. Коски летают. Потеплело. И они разлетались.
красивые виды. Какой ерик. Какой ерик. Рыба плещется. А я, похоже, заблудился. Так, где тут проход? Сооружение. Все. О, какое сооружение. С древними знаками. Придется идти назад. Угу. Я явно тут не проходил. Явно тут не проходил. О. Потянула дымком.
плещется рыба. Добрый заяц. Показался железный мосток через ручей Рыгинский, на котором я живу. Он идет так, и там я живу. Погоня? Слышали? Надо быстрее за мосток уйти, чтобы она отстала. Спасение за мостком. Никого там нету. Вот он, Рыгинский ручей. О! Наша сторона. Пошла наша сторона.
Итак, наше путешествие за две речки, за два железных мостка закончено. Да, было много чего, чего такого. Прошли 71 минуту, ого. Вот это прогулочка, да, а там смотрите, что у нас, там какое-то спортивное ориентирование, ух ты, или еще какие-то соревнования, приехала пожарка. Да. Свежий воздух Северского Донца очень полезен для такого, как я, молодца. Ца-ца-ца-ца-ра-ца-ца. Ох. Ухоженный парк. И вот то был неухоженный. Лес. Можно сказать, дичайший лес. Ну вот, наше путешествие окончилось. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению.
вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!